Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Тимур с моря пришел, красавчик. Коля уже съемку ведет. Сейчас номер карты засниму, подожди. Да у тебя там тоже, смотри, карта. Там денежку у него. Короче, друзья, приехали на поле. Будем работать по наполеонике сегодня. Поле просто огромное. Лично я пойду вот туда, вот вдаль, 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 вдаль. И там что-нибудь найду для вас. Подписывайтесь на канал, не забывайте писать комментарии и ставить палец вверх. Поехали. А где ж тут Наполеон-то стоял, друзья? Тимур говорит, вон впереди знаковые кусты, надо туда идти. Точно. Не успели, друзья, отойти от машины. Как у меня уже сразу сигнал, бах. И вылетает. 2 копейки, наверное. Да, 50 какой-то. Год. Пуля свинцовая застряла в сухом комочке земли. Снова советы, друзья. А, не, шучу. 5 фенигов. Удобрения работают. Ребята, вы в комментариях пишите. Паша, раньше ты копал средневековые монеты, всякие награды, а сейчас какую-то шляпу нам показываешь. Ребят, я всего лишь показываю то, что реально находится на полях. Вы не представляете, сколько народу у нас копает в Калининградской области. Отпылесошено все. Предлагаю вам только вместе с нами наблюдать за этим, за всем процессом. Что-нибудь да найдется. Мы уж стараемся, усилия прилагаем. Друзья, не обессудьте. Все как есть, по правде. Лайкосик. Друзья, вот приехали мы по Наполеону. И смотрите, что Коляну попадается. Посмотрите, какое оно идеальное. Килограмм 5, наверное, будет. Да, слушай, такая балыба. Она ведь летела куда-то. Она ведь летела куда-то. Я в шоке, ребят. Пушечное ядро. Да, под гусевом находил, но меньше где-то. Ну и я поменьше, я находил бомбы пустотелые, которые. Нет, я цельное находил, меньше, я думаю, 2 килограмма, может, такое вот где-то было. Да, тут пятак стабильно есть. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Копаем по Наполеону. Посмотрите, блин, я в шоке. Посмотрите, какие ядра попадаются. Вы представьте себе, такие летали здесь. Они просто... Сшибали вместе с конем. Там не то, что с конем, там, блин, полгорода отлетит сразу. Очень много звенит шрапнели. Друзья, посмотрите. Разная по размеру, разные калибры. Дает хороший сигнал. Не копать нельзя. Колян, он идет. Дождик прошел только что. И вот. Двухфенинговик оголился. Год. Явно что-то по Наполеону, друзья. Это явно что-то по Наполеону. Посмотрите. Я так понимаю, это порох засыпать. Как они там называются-то правильно, я уже забыл. Забивать, короче говоря, порох. Висело, наверное, на шее, на ремешке. Может, даже у француза какого-нибудь. Вау. Ядро очень мне нравится, друзья. Попробую у Коли купить за сегодняшние выкопанные монеты его. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром.
Копает что-то. Мужик, продай ядро. Дядя, продай ядро. Не хочет, зараза, продавать. Это я еще не нашел просто ту монету, которая подкупит его. Так. Тут Буратино пробегал, по-моему. И потерял ключ от квартиры, где деньги лежат. Старенький ключик. Бонжур, Николай. Бонжур, месье. Ну что, как успех? Пули, полная эта сумка. Я. И пуговицы пару штук, и все. Шрапнель, да, ты имеешь в виду? Да, свинцовые в основном. Ясно. Так что... А я вот такую порох засыпать, походу. А, это говорили же, шомпольная трубка. Ну, засыпать. Ну, я не разбираюсь в этом, но в прошлый раз, помнишь, только немножко была она круглая, а тут граненая. А я думал, это такая же. Вот. Засыпают. Ну, мне написали, что шомпольная трубка. А как она, для чего она предназначалась? Мы же дилетанты, мы не знаем. Да, правильно. Да, да. А плохо, очень плохо. Ага. А так вон монет. В прошлый раз, помнишь, что написал подписчик? Если не знаете, лучше дети картошки накопайте. Ага. В моменте тут, друзья, какая-то электроопора, что ли, разбитая или что, непонятно. Черных сигналов много было. Вот я наковырял, потом заберу их, а что, в копилку кину. Все тяжелое. Налец звенел. Какая-то цепочечка. Наверное, шомпольная трубка на ней висела. А может и часы. Подзакидал железо. Все такое увесистое. Детали такие приятные. Заберем их. Эка тебя залепила, двухфенинговик. В копилочку. Опа. Канавы, друзья, хороший сигнал и совершенно неожиданно, смотрите, какая находка вылетает. Смотрите, я протер уже ее. Это кокарда, причем даже я не знаю, впервые такую встречаю. В каком звании товарищи носили такие кокарды, пишите в комменты. Интересная. Зачет. Идем дальше. Кадр. Цветняшки сниз посылает. Вот такие иногда тоже приятно. По чуть-чуть складываем. Вот 3 копейки. Блин, будет ли что-нибудь интересное, друзья? 3 копейки 46-го, это, конечно, хорошо, но нам-то Наполеоника интересно. Ну что, друзья, откопали, послонялись по полям. Результат так себе. Вон он, ядровик сидит только. Я говорю, Коль, говорю, продай ты за фенинги и за металл мне это ядро. Он говорит, хрен, я его сам на Авито продам за большие деньги. За 2500 не меньше. Точно. Все, ребят, поехали мы домой. Сейчас еще Коля яблок хочет нарвать по пути здесь. Мы не проехали, Коль? Не знаю.
Говорит, вроде халяльные яблоки. Во, смотри, как вовремя вспомнил. Вот, поехали. А вот эти? Вон там еще и... Посмотри, большие какие. О, давай посмотрим. Попробуй, зеленовато они, по-моему. Пойду я схожу. Давай, зайди. Скажем. Давай, чай. Посмотри, какие кошерные яблоки. Невозможно есть, да? Да ладно. А где алыча, Тимур? Ты говоришь? О! Сейчас алычи хотя бы вдолбим. Чисто поклевать. Жажду сбить.